4 платья, которые никогда нельзя выкидывать, продавать и одалживать. Каждая женщина время от времени стремится обновить свой гардероб. Пришедшие в негодность и устаревшие вещи выбрасывают, а одежду в хорошем состоянии продают или дарят. Однако есть платья, которые по приметам нельзя выкидывать, продавать и даже одалживать, так как это сулит беду. Давайте узнаем, какие платья никогда нельзя выкидывать, продавать или одалживать. Номер 1. Свадебное. Большинство невест не знает, что делать с платьем после свадебного торжества. Нередко купленное за большие деньги, оно только занимает место в шкафу и пылится. Некоторых посещает мысль продать его или сдавать в аренду, однако по приметам этого делать нельзя. Свадебное платье хранят в квартире молодоженов или оставляют у родителей невесты. Его не вынимают из шкафа, не дают никому мерить и лишний раз не демонстрируют посторонним людям. Считается, что подвенечное или свадебное платье играет роль оберега. Оно хранит семью от бед и невзгод, дает молодой жене мудрость, а ее детям – здоровье. Номер 2. Выпускное платье. Выпускной вечер – яркое и важное событие в жизни девушки. Именно в этот период формируется картина будущего, и девушка ставит перед собой важные цели. В юные годы все кажется достижимым, выпускница не видит никаких преград, она полна сил и решимости. Уверенность в себе, оптимизм, молодой задор – все это впитывается платьем. Оно заряжается позитивной энергией, которая находится в гармонии с его обладательницей. Переданный кому-то выпускной наряд не принесет пользы новой владелице, а старую оставит без надежной энергетической подпитки. Девушка, расставшаяся с выпускным платьем, отрезает путь к своей мечте. Номер 3. Счастливое платье. Многие замечают интересную особенность. Стоит надеть определенное платье или костюм, и все дела будут идти как надо. Такие наряды называют счастливыми и притягивающими удачу. Обычно такую одежду берегут, чтобы она прослужила подольше. Это правильно, ведь в таком случае счастливый наряд наилучшим образом проявляет свои магические свойства. По приметам, счастливое платье нельзя выбрасывать, даже когда оно придет в негодность. Его не следует дарить, продавать или давать поносить. Оно должно оставаться дома, и только тогда волшебная вещь не утратит силы и не передаст удачу новой владелице. Номер 4. Наследственное платье. У многих народов есть традиция передавать подвенечное или другое ценное платье из поколения в поколение. Выходить замуж в наряде мамы или бабушки считается большой удачей, ибо вся сила и энергия рода заключена в этом одеянии. Многие поколения женщин через это платье благословляют девушку на счастливый брак и дают ей все лучшее, что было у них в семейной жизни. Даже если носить такую одежду невозможно из-за ее несовременности или неподходящего размера, можно время от времени доставать и примерять ее. Это своеобразный магический ритуал. Наследственное платье служит оберегом по женской линии, и расставаться с ним нельзя ни при каких обстоятельствах. Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам счастья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.